С момента начала пандемии региональный филиал Фонда социального медицинского страхования профинансировал ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции на общую сумму около 89 миллионов тенге. Это порядка 6500 тестов. Все эти тесты для населения были бесплатными. Наша съемочная группа выясняла, при каких условиях за ПЦР-тест платить не нужно. На сегодняшний день данный вид исследования является, пожалуй, самым точным. 5 категорий граждан могут пройти его за счет средств гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медицинского страхования. Во-первых, пациенты инфекционного стационара, пациенты провизорного стационара, которые поступают с подозрением на COVID-19, но с клиникой ОРВИ или пневмонии. Затем лица, обращающиеся в амбулаторную организацию. Также с июня месяца стали брать ПЦР у лиц, которые идут на плановую госпитализацию, у всех госпитализированных в экстренном порядке в стационары, у беременных и новорожденных. Те, кто не подпадает ни под одну из перечисленных категорий, могут сдать тесты платно в одной из трех лабораторий областного центра. Стоимость варьируется от 10 200 до 16 880 тенге. Процесс включает в себя забор мазка из полости рта и носа. Как минимум за 3 часа до тестирования важно не есть и не пить, не чистить зубы и не полоскать рот. Ергали Рамазанулы, Ниязбек Смагулов, Ертасакпарат.